Здорово, всем привет, вы на канале Гамбита. Здорово, народ, и я уже проснулся, я уже такой, сделал видосик с демонами, такой думаю, блин, надо же показать друидку Джену в ПВП, насколько это же сильный, классный и очень важный герой. На 18 лямнике, у которого есть бонус, весьма неплохой бонус по атаке и по констелляции. И будем играть мы сегодня с Эсканором. С невероятным баном, чисто потому что у меня Артура нет, и у нас будет Наофумич, потому что Наофумич, я понимаю, что он без персика играет плохо, но когда он активирует стойку, он увеличивает нам немножко базовых характеристик, он увеличивает наносимый нами урон на 30% и дает нам 40% дэмэдж редакшена, поэтому это весьма неплохая тема, 255 тысяч БК, и мы ищем наших... ребят, которые хотят поиграть с нашим Эсканором, с нашим светлым баном, с нашим Наофумичем. А самое главное, они хотят поиграть с нашей маленькой Дженой. Поэтому, народ, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк этот видос, можете взять немножечко попкорна, мы начинаем фаниться в ПВП. Это, наверное, только так называется, потому что у нас, о боже мой, это рыцарь Эсканор ходит первый, против нас команда людей. Похоже, людей, которые отказались. Ну, блин, был бы Хаос Артур, я бы поставил сюда Хаос Артура, но у меня нет Хаос Артура. Поэтому давайте сразу испепелим Эсканора. Ну, попробуем испепелить. У нас там еще есть как бы рассказ бана немножечко. 277 тысяч, а у Ешка это без бонуса, ну, без еды на атаку. Это Эсканор, если что, 2-6. То есть не самый играбельный ультимейт, скажу по чесноку. Это далеко, далеко не самый играбельный ультимейт. Красная Рокси, очень хороший выбор в плане 4-го слота в виде Красной Рокси, которая увеличит максимальное АЗ. За дебафы. Но нужны дебафы для того, чтобы было это увеличение. Ну, а, кстати, снова стойка и рассказ Эсканора есть. Что за великолепный матч у нас на сегодня намечается? Итак, бан попробовал пробить моего Наофумича. В принципе, у него это получается. В принципе, и у Хаоса Артура получается. Без персика команда прям убер тоненькая. Что, будем забирать Хаоса Артура или нет? Ну, тут Линк Тармеля, 284 тысячи. Я, возможно, не выдам дэмэдж с пальца Эсканора. Я вот это хотел только сказать. Серьезно? Эсканор 2-6 под бонусом от стоечки, извините меня, от бонусом от 4-го слота. 294 тысячи АОЕшка и палец. 143 тысячи. Я не выдал дэмэдж. Я не выдал дэмэдж. Не, ну это все. Это все, это, как кажется, похрен для меня. Ну ладно, у меня там еще есть немножко бана. Ну, комба бана есть. У меня снова, стойка снова есть. Идея на это может сработать. Просто Наофумич здесь не выдает дэмэджа от слова совсем. Да, я попался против бота, но... Ну, дэмэджа нет. Ладно, возможно, сейчас светлый бан выдаст хороший дэмэдж под Дженой. Давай. Под Дженой и Наофумичем. Давай. Я бан, я в тебя верю. Давай хотя бы ты пробей Хаос Артура. Ну, должны, это же Дже, это же абсолютно новый герой. 109 тысяч, Хаос Артур, и ты отправляешься домой, потому что до первого левела атака. 202 тысячи. 203 тысячи почти. Если бы сейчас у бана собрался бы ультимат, я бы очень красиво бы отправился домой. Очень бы красиво отправился бы домой. Ну ладно, мне повезло. Скажем так, мне повезло. Это первый матч против бота, и Джена показывает максимальную свою валидность. То, что ее прям must-have для прокрута. Я надеюсь, иронию хотя бы все понимают. Да, тут два ультимейта, но у меня есть снова стойка. Да я могу уже даже без стойки, я могу просто вот так накидывать дэмэдж и все. Чисто рассказ Эсканора. Твоя Джена, ты достойна 4-го слота. Очень сильно достойна. Наверное, я не знаю. Я понял свою ошибку, но Наофумич, конечно, классный и все остальное, но он слишком замедляет мою команду. Поэтому Хаюри, еще один коллаб в нашу формацию. Но просто она дает 15% базовых характеристик, что является весьма неплохим усилением для нашей команды. И мы можем сделать вот так. Вот так, вот так. Ну, просто пораскидывать дэмэдж. Я не знаю, может мы Эсканора и заберем, но я хочу посмотреть под Хаюри и под Джены, насколько сильно будет 295 тысяч. Уже, ну, по сравнению с прошлым матчем, чуть-чуть поболее. Мы забираем мело 246 тысяч. Ну, тут еще классная рука была, а Гаутера заберем. И Гаутера заберем, а Эсканора заберем доп-дэмэджем. Мы Эсканора забрали доп-дэмэджем, потому что он 2 доп-дэмэджа получил себе в копилку. И вот теперь, вот если взять вместо Хаюри Хаос Артура, по факту атаки у Эсканора будет столько же. Ну а теперь мне начинает это уже нравиться. То есть чисто агрессивная пачка от первого хода, которая просто берет вот так дэмэдж и берет вот так дэмэдж. Светлый бан,
15% базовых характеристик, 22% связан с так характеристик. Надо бы, кстати, посмотреть статы. Потому что я еще юзаю Линксини Рокси в Эсконоре, что является весьма неплохим бонус-усилением для моей пачки. Поэтому надо будет глянуть, что там в плане связано с так характеристик и того. Эсконор вызывает к себе еще одного оппонента. Это команда неизвестных, которая выгнала полноценно мою команду с арены. Итак. 22 тысячи атаки. Шанс крита 178%. Считаю это весьма неплохим показателем, поэтому делаем так, пока нас не раскидали. Пока по одному скиллу это нормально. Мы навесим метку на сабнак. Мы, возможно, используем атаку бана и атаку Эсконора в следующем раунде для того, чтобы пробить сабнак полноценно, потому что, ну, нет. Сабнак все еще является крайне плотным героем. Сабнак все еще крайне плотный герой для Эсконора. К тому же на истинной пробуде это сложно для пробить. У меня голда бана. Ультраж бана, я думаю, они особо не ожидают. Хотя ультраж бана заберет, пожалуй, только... А ну, бан. Ну, оглушение вроде как на Хаюре должно быть. Да. Ага. Все плохо. Все очень плохо. Дженна, ты же четвертый слот, спасай меня сейчас. Дженна, спасай. У меня голда бана, давай. Вот с голдой баном мы справимся. Я уверен в этом. Дамы и господа, мы собрались посмотреть на полезность четвертого слота Дженны 213 тысяч раз. Ну там всего лишь какой-то Наофуми в четвертом слоте. Ну серьезно, это даже не смешно. У меня ультимейт есть. Итак, мой оппонент использует карту Фитори, Хели и Сабнак. Попытка добить мой... Она не пробила. А Юри сильная. Бан разваливается. Бан разваливается. Добрый вечер. Это мета бана. Ну, кстати, у меня Хаюри выжила. Это хорошо. Если Хаюри сейчас переживет дэмэдж, она пережила дэмэдж. Эй, это очень классно. Кстати, тут нет провокации, поэтому можем накидывать дэмэдж, но мне приходится накидывать дэмэдж сюда. Не, нормально. Это АОЕшный ультимейт, я его залокаю. Короче, мы делаем... Вот так. Я верю в силу Эсконора раз-два, и вот так залокаем АОЕшные скиллы. Сила Эсконора. Давай, 143 тысячи, но это еще не все. Вот 215 тысяч урона. Под Рокси. Давай. Фитория тоже отправляется домой. И Сабнак катится вполне спокойно любым скиллом Хаюри. Давай, дерзай. Удачи тебе с твоими скиллами. Вроде бы как очень сильные неизвестные, которые недооценили силу коллабной Хаюри в этом матче. У меня есть возможность снять бафы. О, прикольно. Давайте снимем бафы, скинем солнышко. Не дадим ультануть и использовать любые карты для Сабнак. Сабнак попалась, все. Сабнак в этом матче больше нет. Но пока у меня есть карты Хаюри, и пока жива Хаюри, Сабнак в этом матче просто нет. 375 тысяч, и там просто немножко один молодой развалился. Этот матч может длиться вечно. Пока оппонент не сдастся, или пока я не захочу ее добить. Этот матч никогда не закончится. Я могу, наверное, скинуть так. Ну и давайте вот так тоже скинем, уже закончим этот матч. Просто буллинг Сабнак выглядит крайне интересно. Неожиданно Хаюри показывает себя с обалденно хорошей стороны. Да, все пять карт и все залочены. Но Эсконор справляется с поставленной для себя задачей добить Хаюри. Все, у нас победная серия. Погнали дальше. И пока у нас есть новый подписчик, это Игорь, мы взяли капитана Леви. Потому что я там заметил, вроде появилась Сабнак, у Сабнак есть баф, Леви умеет снимать баф, и вообще великолепная тема ваш этот маленький Леви. Ну, у нас... Я хочу забрать Мела, потому что Мел будет... Либо забрать Эсконора просто и все. Давайте, наверное, Эсконора заберем. Раз, два, и, например... А давайте вот так сделаем, все. Мне нравится такой рассказ, давай. Там нет единого кулона, это Кобальт из звания Бровин. Эсконор. Да, у нас нет теперь 15% дополнительных базовых характеристик,
характеристик для нашей команды. Это очень плохо, и мы Эсконора не добили. Это еще более хуже. И мы... Мила не добили, это тоже очень плохо. Надо было. Я просто взял Левича чисто так из-за того, что он умеет снимать бафы. А бафов на арене вроде бы как много, неизвестные сейчас рулят. Стойки, правда, Хаюри снимала, я ее брал именно против Бальдера. Но Бальдера я сейчас не замечаю в ПВП. Ее вроде бы как сейчас нет. Две атаки Мела по Дарнхаб, неплохо. Но Мела надо сейчас забирать. Он получит истинную силу, и Мел меня просто развалит. Я думаю, мы сделаем так. Леви, пока отдыхай. В этом матче твоя сила нам не нужна. Главное, чтобы я АОЕшкой добил Эсконора. Спасибо большое. Кстати, Леви не получает дебаф. Самое важное, у меня бан подгорит, у меня Эсконор подгорит. Но при... Эсконор же подгорит? Или Эсконор тоже не подгорит? Эсконор же тоже не подгорит. Не, Эсконор тоже подгорел. А Леви не подгорел, потому что Леви это коллаб. Коллабы слишком сильные. Ладно, я шучу на самом-то деле, но... Да, я хочу в этом видео. Можете меня осуждать в комментариях. Я хочу в этом видео играть за людей Джена и какой-то коллаб. Потому что выходит новый коллаб, и как бы новый коллаб намекает нам на то, что, ну, пора как бы пересаживаться снова на коллабы. Коллабы играбельны. 54,5 тысячи урона. Коллабы очень сильно играбельны. Эсконор, ауишечка. 156 тысяч. Но под Хаюри дэмэджа было чуть поприятнее. Но я хочу найти Сабнак. Вроде как Сабнак сейчас весьма неплохо играбельный герой сам по себе. 22% дополнительных связанных так характеристик. Почему я их просто сейчас банально не чувствую? Ой, тут контратак много будет. Давайте так. Инфект тема рабочая была всегда рабочей темой. Мне сейчас Бальдер развалит. Хотя, может, мы Альбеда развалим быстрее? А ну, Альбеда лопнешь? У меня Эсконор сейчас лопнет этой стоечки. Ладно, Альбеда не лопнула. Но она не захиляется сейчас. Сила инфекта, сила Леви. Хаус Артур был бы посильнее. Хаус Артур был бы банально посильнее. Не, ну Альбеда развалилась. Здесь факт. С учетом того, что у нее 50% обороны, у меня Эсконор только 2-6, не 6-6. Так, вопрос, будем ли мы фокусить Бальдера, либо сюда уйдем? Кстати, знаете что? Я Альбеда через Леви попробую добить. И сделаю его так. Потому что сейчас у всех появится дебаф Левича. Потому что Левич любит бафы. Левич очень сильно любит бафы. И у Бальдера тоже теперь есть этот дебаф. Бан. Твое время. 22% связано с так характеристик. Ты сможешь. 144 тысячи в Бальдера. Он не смог. Сила Джена. Сила Джена 4 слота. Мы не смогли добить Бальдера за светлого бана. Когда там была даже комба его. Но Бальдер зато теперь критовать не будет. Его стойка вообще нас никак пугать не будет. Потому что без крита его стойка практически не носит дамага. Да, второго левела стойка. Леви, а ты устроишь трипл килл? А ну, давай. Леви, который устраивает трипл килл. Будет такое или нет? Бальдер разваливается на 134 тысячи урона. На наши разваливается, не разваливается. Потому что это на наши. И на наши снова получает дэмэдж. И это 150 тысяч урона. Ну, в принципе, неплохо. Остается один Ослохоук. И у нас все еще есть карты Левича, которые будут раскидывать свой дэмэдж в Ослохоука, который тоже, кстати, без истинной пробуды. Леви без истинной пробуды, Ослохоук без истинной пробуды. Вы улавливаете сходство. Так, Левич, давай. А, у меня одна карта Левича. Черт, я хотел за Левича снова закончить матч. Просто сколько атаки у Эсконора? Ну, 19 тысяч. 178% шанса крита. 19 тысяч атаки. Это не Хаюрис, тут меньше. Немножечко инфекта. Ну, то есть, такое, знаете. Вот ваша друидочка. А это весело комментировать матчи, которые побеждаю, будучи 18 лямников против ботов, которые непонятно вообще как скидывают карты. Потерять пол лица от Бальдера из-за того, что я скинул две карты. Да, урона было много, но я потерял пол лица при этом.
Веселая ваша арена, очень веселая. Следующий наш оппонент это фестивали 227 тысяч БК. Ну, я думаю, да, и... Да? Леви убивает Эсканора, звучит хайпово. А он выживет? Эска выживет? Вроде не выживет. Он не выжил. Леви не добил Эсканора, Эсканор не достоин того, чтобы Леви мог его... Я чувствую, мне все фанаты Эсканора сейчас уже захейтили. Я уже чувствую, как после этого видоса минус 9 тысяч подписчиков такие. Ты не любишь Эсканора? До свидания. И все, и просто минус подписчики все с моего канала. Ребят, я извиняюсь. Эсканор очень классный. Просто Леви может попадаться с Эсканором в плане крутости. Это единственный герой, который может попадаться с Эсканором в плане крутости. Он не горит от Эски. Давайте так, Эска погибает, Леви выживает. Он даже не чувствует то, что там кто-то погиб. Че, снова инфект? Снова палец Эсканора? А зачем я у меня в команде светлый бан? Ну, кроме кучи дебафов. Наверное, потому что мне Артура нет. Да, наверное, чисто потому, что мне Артура нет. Так, Мел погибает. И доп. Атака уходит снова не в Мела. Мел снова не достоин. И Мел не достоин того, чтобы погибнуть от руки Левича. Но у меня есть сейчас комбабана в Гаутера. И атака Левича. Интересно, Гаутер достойна атаки Леви или нет? Но Леви сейчас не погибнет, нет. Да, там есть доп дэмэдж из-за вот последний раунд, когда есть доп дэмэдж. Итак, делаем так. Вопрос, Гаутер достоин? Чтобы получить лещей от Леви финальной атакой. Если сейчас бан залокается, будет обидно. Не, Гаутер тоже не достоин. Мы определили, что все три греха недостойны Левича. Ну, либо Левич просто недостоин их. Тут, знаете, тут уже как посмотреть. Ну, у меня есть еще один сингл-таргет. Я его использую для того, чтобы добить Марлю теперь. Да, вот. Марли достоин. Давай. Я верю в тебя, Марин. Я верю. Ты не прогнешься. Вы верите? Давайте так, пишите плюсик в комменты, если верите. Марли тоже не достоин. Короче, вся грикованная пачка недостойна того, чтобы быть побежденной Леви. Просто это настолько абсурдно, что даже не смешно. Кстати. Блин, там нужно будет два скилла скинуть для того, чтобы снять бессмертие. А мы это сделаем, а мы сделаем раз, а мы сделаем два. А может, Тариху сразу заберем или Хиль? Давайте, наверное, Хиль сразу заберем, а потом с Тарихой поиграемся. Да, это, к сожалению, не снимает щит. Но вот это снимает щит и открывает... Эй, Сабнак! Только что две карты Левича были. И Сабнак практически развалилась. А ну, может, она так развалится? А ну, доп дэмэдж? В Тариху, к сожалению. Я ждал этого момента. Я ждал момента, когда я встречу неизвестных Сабнак в ПВП, потому что я играю за... Ай, больно! Не, ну, нет, дэмэдж по... бонус по атаке есть, но... Нет, не бан! Бан, живи! 40% damage reduction от бана. Не сработало. Не сработало. Зато Леви жив. Но на враге теперь нет дебафа для того, чтобы Леви дамажил сильнее. А, я предлагаю, наверное, сделать вот так. Вот так. И вот так. Давай. Эсканор справится. 237 тысяч. Боже, просто не чувствуют Тариху как таковую. 21 тысяча от друидки. Это тот дэмэдж, на который мы заслуживаем. 128 тысяч Сабнак только что влетело. Сабнак, может, ничего не может сделать Леви. Сабнак вообще ничего не может сделать, чисто из-за того, что... Ну, а что она может сделать против Леви, который иммунен к дебафам? Она любит бафаться в виде своего щита. Так, Леви... Пожалуйста, закончи этот матч. Я в тебя верю, брат. Давай. 47 тысяч урона раз. Туда его.
Туда. 148 тысяч на наших. Леви на победный экран. С друидкой. Но я бы за друидку никак бы не смог сделать победный экран. Извиняюсь, друидка максимально неиграбельный герой. И да, и вот это видео, это по большей части огромный комок сарказма в плане друидки. Потому что она максимально бесполезна. Если Чандлер, как выходит, как герой пятой недели на фестивале Эсконора, еще хотя бы что-то может сделать в команде демонов, например, с новым Демиургом, он там может еще как-то себя попробовать почувствовать, то друидка точно нет. Поэтому, ребят, я очень рад, если вы ее скипнули. Я очень рад, если она вам выпала за 31 гем. Я очень рад, если она вам выпала за 30 гемов. Один гем вы решили сэкономить, либо просто получить немножко банок. Ну, а если вы ее крутили до гаранта, как делал это я, как делала это Мариана у меня на стриме, я вам очень сильно соболезную, ребят. Этот герой не стоит своего внимания. Ну, а это у меня все. Спасибо большое за внимание. До скорого, народ. Свидимся.